чисто пацанская история. Прочел, пересказываю. Как говорил раньше Аркадий Исаакович Райкин, за что купил, зато и продаю. 98-й год, Рига. В трамвайчике едет один мужик и подслушивает разговор двух колоритных евреев. Один, правда, ехал вместе с ним, рядышком, а другой сел через несколько остановок. И тут один еврей спрашивает другого: «Жора, скажите мне, сколько стоит поехать одну остановку в трамвае?» Второй отвечает: «14 сантимов». Ну, это Рига, не забывайте. Тот: «Нет, я не о том спрашиваю. Ты же сел не на кольце, едешь намного позже, чем я». «Ну да, 14 сантимов. Но так, а сколько стоит поехать одну остановку?» Тот опять: «Сима, я же тебе говорю, 14 сантимов. Я что-то не понимаю. Где тут логика? Я сел раньше, заплатил 14 сантимов. Ты сел позже, ты тоже заплатил 14 сантимов». И вот тот второй еврей, который сел позже, говорит ему: «Послушайте, Сима, я вам скажу такую вещь. Вот в прошлом году, в прошлом месяце, я скушал 4 курочки, а вы не скушали ни одной. Это по статистике, среднестатистическое выясняется, что мы с вами скушали как бы по 2 курочки в месяц. Вы понимаете? Это статистика». Вот так вот, ребята. Такая короткая история, но собака логическая до жути, блин. Вроде кто-то из нас пьет кофе, кто-то капучино, а кто-то просто смотрит и думает: хорошо бы мне тоже выпить. Но в среднем получается, что мы с вами выпиваем по полчашки капучино. Всем привет, пока.